Мне пришел донат. Донат, смотрите, еще. Марина отправила. Смотрю вас каждый день. Верю, что от временной трудности все наладится. Большое вам спасибо за 500 рублей. И Осинская Лариса Викторовна отправила 100 рублей. Большое вам спасибо, Лариса. Большое вам спасибо. Честно сказать, вообще не ожидала, что люди так придут мне на помощь. Вот, смотрите, Марина. Ой, да 100 рублей. У меня все эти евро, блин. Ну вот я нашла. Ну и что, где? Не повторится больше. Где, как называется? А это далеко? У Жироны, прямо в Ижевске. У Жироны, да. Когда это будет? 20-го. Да, это в это воскресенье. А где там покупать-то эту лицензию-то? Как ее покупать? Где? Там надо, да, мы собираемся. А вообще в Сиджи, а вообще в субботу в Сиджесе, да, ты сказала? Сиджес, так называется? Нет. А как называется? 10 секунд мана каждый. Ну, в общем, Леха знает, он меня в следующую субботу повезет. Мы поедем на... Нет, в эту субботу повезет на разведку. Мы пойдем посмотрим. Там что, как, где, спросим, где эту лицензию купить. Огромный рынок. Да. Да ничего они там не зарабатывают. Я, слушай, видео смотрела один, какой-то Левашов, что ли, это делает. Он их снимает за секунду. Так они там все за евро продают, блин. А что я буду вот так это корячиться вязать, чтобы за евро, что ли, продать? Куплю пряжу за евро и за евро буду продавать, что ли? Нет, не все за евро. Ну и там есть, ну вот я и хочу посмотреть, что есть там какие-то такие вещи, ну, которые вот ручной работы. И там есть ручной работы? А. Мне так понравилось, ну я только что купила сумку. Ну хорошо, ты меня тогда вообще успокоила, хорошо тогда вот надо. Как раз вот мы сейчас это вот разведаем, как раз я посмотрю. Ну, сейчас еще рано, конечно, это вытаскивать. Это надо где-то, наверное, в октябре, да, ведь? В октябре. Сейчас рано. Сейчас пока на разведку съездим, узнаем, что там, да как, да почем. Надо же, как Бог меня тут же услышал. Да, ну тут у нас соседи рядом курили эту Марию. Марию курили, и Ирина сидит, возмущается, возмущается, что такое, что они курят, что такая вонь. И тут, представляете, подходит бихиланты. Это не полицейский, это охранник бихиланты. И к ним подходит и говорит, что уберите или большой штраф. И все, теперь мы сидим, нам ничего не пахнет. Пошли, Ирина, поснимаю, я поснимаю море. Ну пошли, пошли. Ой, водичка сухая. Ну а что нам теперь остается делать-то больше? Тут на море будем ходить. Сегодня среда, забыла сказать. Ирина, сегодня какое число? 16-е? 16-е среда. Нет, 15-е, мне кажется, вчера было. 16-е сегодня. Ну вот, сидим обе без работы. И ничего не... Муся тут муху увидела. Сегодня у нас 17-е. 17-е, да? Сентября?
Вот. Мы с Ириной идем на пляж. Тут Муся муху видела. Пока я этот телефон искала, она так смешно ротиком делала. Пока телефон, блин, найдешь в сумке. Все. Кадр упущен. Муся! Кс-кс-кс. Муся. Так, мы с Ириной пошли. У меня вроде другое полотенце было, розовое. Нет. Так оно же не высохло, оно вообще мокрое. У нас тут такая влажность. Нет, ничего. Пойдет лучше, чем это. Оно, посмотри, в этих как его? Зацепках. И а? Что? Зато оно сухое. Нет, это не сырое. Так, вот у нас маска. Блин, пока тут найдешь крем. Кремы всякие. Так, пошли мы. В другую часть мы пойдем сейчас пляжа. Ну-ка сделай еще раз так ротиком смешно. Она такая, так делала ротиком смешно. Идем мы с пяточком. Большой-большой. Пошли тут и там пойдем. Мы в другое место решили пойти. Я вчера пыталась под водой поснимать. Но там такие были острые камни, вот с этой стороны. Там так страшно. Я вообще ничего там не смогла наснимать. А, еще этот объектив заляпала жирными пальцами. И, в общем, фигня какая-то получилась. Надо все переснимать. Какие-то одинокие тут цветочки. А вон, вот если бы Лёша был бы линейным этим водителем, у него бы сейчас была работа. А так как он туристический, то его все отправили. Ну, в общем, его же не просто нет, его не уволили навсегда, не. Ему сказали, что, возможно, его вызовут это в марте месяце обратно. Не знаю, если все это закончится нормально, то в марте месяце его вызовут. И, ну нет, конечно, он не будет сидеть и ждать до марта месяца. Конечно, он будет искать. Он вчера искал, весь вечер бегал. Так что не надо на Лешу тянуть. Леша тут 25 лет живет, 25 лет работает. А то начали. Какой лодырь, с ума сошли? Он по 11 часов работал в сезон. Нашли лодыря. Тут патио. Скажу уж по-испански, а то все спорят со мной. Не буду по-каталански говорить пати. Патио по-испански. Знаете, я вам что расскажу вот про этот гараж? Когда был шторм Глория, волны летели до сюда, и этот гараж был полностью затоплен. И приехала машина и оттуда откачивала воду. Конечно, я надеюсь, что люди успели оттуда убрать свои машины. Не знаю, зачем она такая кудрявая. Интересно, ага. А то, что стоит. Не хватает, может, ей что-то вот воды не хватает. Вон красивая пальма. И вон гортензия скоро зацветет по второму кругу. А мне вот кажется, что это фига. Как думаешь? Нет? Мне кажется, что вот это фига. Ну, это по-каталански фига, блин. Как же по-русски, да? Инжир. Инжир по-русски. Угу. Привет всем моим подписчикам. Мы с Ириной хорошо проводим. Все? Не очень видно, там понравилось. Это дикий пляж у нас там, около Санта-Клотильды. И там эти нудисты еще.
Что-то им видно там не очень. Ну, так нудист... Они мне ничего не говорили. Так они нудистов увидели, и, конечно, им не с детьми не туда знаю, пошли. Я не знаю, где они это. А чё уж не сказали, что на нудистов нарвались? А я пошла к тебе. А, нет, нет, там а, около Санты Клотильды. Я тебе говорю, мы с Ольгой почти только доброе утро говорим. Смотрите, вон как там машинка хорошо чистит. Она такая, как это, собирает, ну, как будто пашет вот так, ну, просеивает вот так, как это песок. Классно, в общем, так нравится. Супер. Вот что значит, что деньги идут из бюджета. Не разворовываются, а идут на цели. Куда это идет? Чего? Там она еще далеко. Еще не пришла. Какое сегодня море? Блин. Иринка зонтик дома забыла, побежала с зонтиком. О, а меня заставили маску одевать. Блин, вообще капец. С этой маской. Ну, в общем, мы пошли к этому, к другому концу. Просто там хочу, что такие стайки рыбок там классные так. Хочу поснимать. Представляете, у нас беда за бедой. Вчера Лёха заскакивает домой и кричит. За что, говорит, мне опять мне? За что? Вот так жизнь его бьет. Ну, я, знаете, я надеюсь, что, может, его, конечно, научат наконец. Он заскакивает и говорит, боже, что делать, машина, все. В общем, там у него есть такой, не знаю, как это объяснить, индикатор, что он загорается. Если с машины неполадки. И там загорелось, что у него неполадки, ну, так он сказал, с генератором. Я и не понимаю. Он стал орать, блин. 400 евро, 400 евро. Где мы возьмем 400 евро на ремонт? Я ему сказала, нигде не возьму, поставь машину и все. Будешь пешком ходить. Тебе, говорю, на работу не надо, будешь пешком ходить. Здоровье себе поправишь. Подкопим и потом из этого сделаем ремонт. Вот вы меня спрашиваете, как Лёша влазит в кредиты. Вот так он в них и влазит. То есть у него никогда нет на какой-то экстренный случай на счету денег. Никогда нет. А все время жизнь же вот что-то такое подставляет. Я ему всегда говорила, Лёша, деньги надо на всякий случай, ну, какую-то сумму оставлять. Ну, потому что вот в жизни у нас все время всякие сюрпризы. Нет, он меня не слушал. Нет, не слушал. Ну, да-да, говорит, а сам все по-своему. Так и вот он вчера ворвался и кричит, 400 евро, где я возьму 400 евро на ремонт машины. И это, и на меня смотрит. Я говорю, что ты на меня смотришь? Можно и без машины жить. Поставь машину. И 2 месяца будешь копить эти 400 евро. Смотрите, это мое первое место, где я снимала первое видео. Ну, вообще, кто меня сподвиг снимать видео Марины Спизы? Ну, если она меня сподвигла, да. Может быть, конечно, повторяю иногда. Ну, потому что я ее 5 лет смотрю, как и повторяю. Вот как раз это. Как раз я там снимала. Там соседка идет. В соседнем подъезде живет. Ну, она меня, наверное, узнала просто. Но она в соседнем подъезде, а вон Ирина там идет. Что-то я не вижу никакой зонт у нее в руках. Или она его сзади несет. Так, ладно. Тут
тут что ли ляжем. Пусть она идет. Красота. Так, дальше я буду на это, на камеру, на маленькую снимать это под водой. Я сюда специально пришла, чтобы здесь рыбок поснимать. Ирина тоже в маске идет. Ее тоже, наверное, Бихиланд заставил маску одеть. А, маску-то надо снять. Я в прошлый раз залезла в воду в маске. Блин, хорошо, что вспомнила. Слушайте, сейчас вот там накупалась Ирина, пошла закупаться. А вон там она плывет. Вот с этими бабулечками, видите, она болталась на испанском языке. А знаете, какая странная логика у испанцев? Я вообще не понимаю. Мы начали разговаривать про этот сезон, и они такие говорят, как хорошо, что нет туристов. Я такая говорю, как хорошо. Денег-то, говорю, у людей нету. Люди же не работали, люди все без денег сейчас сидят. А такая в очках вот это говорит, а, у нас, говорит, пенсия есть. Я говорю, ну хорошо, сейчас есть пенсия. А у губернии не будет денег, и пенсии у вас тоже не будет. А откуда, говорю, пенсия-то? От туристов же ведь вам дают пенсию-то. Такие, ну да, вообще-то, конечно, да, но все равно. Как хорошо, чтобы этим летом не было туристов. Это, в общем, вообще ужас. Вот это испанская логика. Вот такая логика испанская. Они же еще в Барселоне, где-то года два назад, Барселона выходила протестовать против туристов. Представляете? Там, видите, марокканцы пошли, там прячутся. Ладно, не будем их снимать. Так, говорит, хорошо, что туристов нет. Пипец. Ну ладно. Давай. Забыла сказать, что мне вчера так медуза вообще. Я плыла и, видимо, ее пнула ногой, медузу. Медуза есть. И вот такие есть коричневые медузы такие. Они очень, они сильно жгут. И эта медуза прямо вот я ее коленкой пнула вот этой. И мне даже, знаете, так показалось, что она просто прыснула на мне на ноги, на обе ноги. Ну, вот это жгучее вещество. Или, может быть, я обоими ногами об ее эти щупальца, эти, ну, жгутики, видимо, не знаю. О, боже, это как будто мне, знаете, вот веником из крапивы просто по ногам нащелкали. Что я стала делать? Я не стала вылазить сразу из воды, а наоборот, это как бы водой так, ну, руками стала растирать. Вода-то соленая. И так, посидела в воде. Люди в воде надо посидеть, не надо выскакивать, а наоборот надо вот как бы вот эта вода, она это убирает соленая. Вот. Ну, потом уже вышла и под душем помылась. Ну, долго, долго еще мне так это щипало. А я даже когда вот рукой вот стала растирать то место, где меня ожалила медуза,
Меня и задрало, и руку тоже. Я думаю, что она как бы, ну, наверное, выпускает, что ли, какое-то вещество, наверное, не знаю. Ну, в общем, я даже эту медузу не видела. Она какая-то была, видимо, такая прозрачная, что я потом кругом себя крутилась, я никакую медузу не увидела. Так что вот, ну просто накупалась. Ладно, ладно. Валерий. Колечко какое-нибудь. Вон на яхте кто-то наслаждается. Оставила Ирину на пляже. Пусть она отдыхает. Она сюда отдыхать приехала. Мне надо что-то ведь придумать, что поесть. Приготовить. Пошла домой. Я-то сюда каждое утро могу ходить. Говорю, Ирина, отдыхай, не переживай. Я пойду сейчас что-нибудь приготовлю. Ну все, Ириночка домой поехала. Ну, вообще-то я боялась, знаешь. У Ирины что-то проблемы с машиной. Не то, что гудит, какой-то звук непонятный. Он да какой русский школ? Каталанец. Ну ладно, пошли, Ирина. Пойдем. А то мне тут надо в одно место бегом. Давай. Спасибо тебе. Леша, пока. Рекламу нельзя делать, да? Какую рекламу? Кому? Ну, этому мастеру-то? А что, надо сделать? Если хорошо сделать, так почему не делать? Это мастер, там он на Пужоле работает, ну это. У них же там мастерская есть прямо на Пужоле. Ой, какая злая собачка. Что за злая? Злая, что-то маленькая злая. Они все злые маленькие. Тухо прямо агрессивную парю такую агрессивную сделала. Как будто мы у нее кусок мяса отобрали. Ай, я не одела маску, да. Иди, а то сейчас прилежу. Так вот она у меня. Да никого тут нету. Ой, меня тут не снимают. Ну ладно. Я уж, Ирина, тебя не буду до машины провожать, не, ладно. У меня сегодня надо бежать в одно место. Ладно, все, я пошла направо, ты прямо пошла? Да, мне прямо туда надо идти. Ну, давай, до свидания, Ирина, приезжай еще, приезжай. Еще что-нибудь типа, придумаем. Не сходили в центр-то, не погуляли мы сегодня с тобой? Спасибо. Ну и ладно. Я уже устала, домой хочу. Ну ладно, давай, да пока, до свидания.